Хайырлы ақшамлар, селам алейкум, сайғылады. РТЛ каналының телесиерчілері бүгін информацион программасына серет есіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалышам. Ве невбеттеке 5 саат сізлернен бірабірлікте олажақмыз. Ве бұл студиямызға тешіліп бұрған мұсаферлернен, яда бағыланған мұсаферлернен, біз Қырым ве Қырым этрафында, Қырым ичерісінде, Украина этрафында ве ичерісінде юзберген Адиселерні ве актуаль хабирлерні музакере етежекміз ве әлбеттеке оларның эксерияті Қырымда юзберген инсан ақлары, бозғынлықлары Қырымның ижгалден құртарылвы юнелішінде япылған арекетлердір. Мен башта дабыр кере хатырлатмақ ве айтып кечмеге істейім мұсаферлерімізні тағдым етмезден ве хабирлерінің музыкерелеріні кечмезден. Эвелі біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасынан тағдым еті вақтынже, бізлерге телефон вастаселе телефон шмаға емкеніз бар, 067-63-46-130 байбер вастаселе бедава, еді скайп адресымызны қолана білесіңіз, АТР Буюкарифлерне.TV бұйырыңыз, бізлерге телефон ашыңыз, сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым бұнен бірабірлікте АТР телеканалына маневи дестекні бізім YouTube сайфемізге абоне оларақ, мадей дестекні есе патреонымызға абоне оларақ ифаде етмеге имкеніңіз бар. АТР телеканалы мали проблемлер или қаршылашқаны себебінден бойлы бір патреон деген лейха башлатты. Бұл лейха ярдымынен біз аяқта тұрмаға девам етеміз. Ве анда сіз чешіт севиені, яне өзіңіздің күчіңізге сасланарақ, мали күчіңізге сасланарақ, севиені сече білесіңіз ве бөлелік мен Бұйы Қырым татар қорантасының азысы олажақсыңыз. Бұл ісіле бізлерге информацион жебеде күреш алып бармаға ярдым етежек. Мен ісе эсас қабірлер сырасында әлбеттеке 4 сентябр күні юзберген дешетлі адиселерінің музыкерелерінден ве хабірлерден башламаға істер едім. Мәлім олғаны кебі 3-4 сентябр күнлері тұтылған семетдешілеріміздің о күн қайда олғанлары или бағлы ешбір мәлімат йоқ еді. Жұма ертесі күні ата бізді бойлы мақсус яйын япқан едік. Біздің студиямызда тұтылған Нариман Джелял ве Асан Азиз Ахтамовлар, Шевкет Усейінов, Елдавр Одаманов или бағлы ве о күн іште олардың қайда алып кетілгені ақында мәліматлар олмағаны себебінден ве адвокатларға бұл кібі мәліматлар берілмегені себебінден первасыз ләқайт қалмаған бізім ватандашларымыз, яғни сізлер ке бұл себептен бүктен бүк тешекүрлерді білдірмектеміз. Бір олып, яғни бойлы шекілде дестек еткеніміз үшін ве бойлы бір халық, бірлік халық олғанымыз үшін бұл ақат енді чоқ мұйым бойлы ғорландырыжы бір әрекеттір ве о себептен іште ватандашлар ФСБ бинасы янында, ФСБ дәрежелігі бинасы янында топлашмаға башлаған әділер ве бұны беген-меген Қырымдаке сөзде оқу қорачалайжы органлары анда топлашқан бізім семедешлерімізді, әне сізлеріні тұтықламаға башлады ве нәтижеде 58 Қырым татары о күн тұтылған әді ве Ахмежетінің чешіт түрлі полис бөліклеріне алып кетілді. Ве шымды мәлім олғаны кебі бұл тізілген мемори протоколлар бойынша мақкеме давалары кете ве банда іштірак еткен ве тұтылған семедешлерімізге қаршы пара жазалады беріле. Шыны да қайт етмеге істер әдім. Өзінің Facebook сайфесінде Рифат Аға Чубаров, Мили Межес рейсіміз бойле бір шей язып кешті. Келініз оны бірабірлікте діңлейік. Діями карателів по розгону кримських татар, що зібралися біля будівлі ФСБ Росії по Криму і їх затриманнями, керував Сергій Ніколаєв, начальник російської окупаційної поліції міста Сімферополя. Сергій Ніколаєв до березня 2014 року служив в МВС України і займав посаду виконуючого обов'язки начальника Сімферопольського районного відділу Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим. Ве іште бүгін невбеттеке бір семетдешімізге пара жазасы үкімі шығарылды махкемеде ве бұл семетдешіміздің адвокаты Айдербей Сулейманов ене жамаат қорчалайжысы бізле шымды. Жанлы бағда, Айдербей, сәлем алейкум. Алло. Алейкум сәлем. Айдербей, бүгін бұл мемори протокол бойынша невбеттеке семетдешіміздің махкеме давасы бақылды. Мына тариф етіңіз лютфен тавсиятларыны, махкеме насыл кечті ве бойлы нәтижені сіз шахсен бекілей едіңіз. Міне қадар шашыртты сізні бұл қарар. Ну, конечно,
для нас, для нашего народа, для крымских татар, данные дела, они зачастую связаны не с юридическими нарушениями, правонарушениями наших соотечественников, а в основном его мотивом, да, данных дел, рождение данных административных дел, задержаний является такой политический надуманный, спланированный заказ. Конечно, войдя защитником в данное административное дело по Юрдаму Исламу Мустафаевичу, чье рассмотрение прошло вчера в Киевском районном суде, я также не питал иллюзий, не ждал какого-либо чуда и рассчитывали, что решение суда будет, естественно, обвинительным. И вот в таком формате вчерашнее заседание у нас прошло. Но сотрудники полиции ссылаются на указ главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова, в котором он запрещает все публичные мероприятия, собрания, митинги, шествия и так далее. Однако мы об этом сказали в суде, и реальность тому как бы самый неопровержимый факт, что люди, пришедшие в абсолютно стихийном формате, в стихийном, как говорится, образе, они не представляют собой какого-либо митинга, какого-либо шествия, поскольку они абсолютно мирно, спокойно находились у здания ФСБ и ждали какой-либо информации о тех своих соотечественниках, которых накануне 4 сентября неизвестные люди по неизвестным основаниям в неизвестном направлении вывезли, и о их местонахождении достоверной информации ни у родных, ни у общественности, ни у адвокатов не было. И об этом все мы сказали суде и сказали, что данные административные протокола, они просто собой представляют такую юридическую галочку, посредством которой можно было задержать людей. И при этом никаких оснований для того, чтобы по данным протоколам выносить обвинительные решения, естественно, ни у суда, ни у органов МВД нету. Но мы понимаем, да, насколько политическое дело отличается от обычного гражданского дела. И как я вчера указывал на своей Facebook-странице, обычно по таким административным делам людям меняют от 1000 до 2000 до 3000 рублей наказания. Даже зачастую это просто заканчивается просто предупреждением. Однако здесь мы видим абсолютно такой уклон в обвинительном, да, его виде. И, естественно, мы об этом говорили об противоречиях, которые имеются в материалах административных дел. Однако судья, выслушав, покивав головой, вынес решение, которое, на мой взгляд, оно уже было готово. Просто необходимое для себя фамилии, имя и время добавил туда. А
Адербе я хабернас барма, я не в битеки более мемори протобут зельген, кану служит зельген мемори протоколлар или баглены в битеки давалар не вахату ладжахки, бызды, а это их бельки здесь текет мек, чункель меги истегем ватандашлармас бардр. Алло. Да, у нас сегодня по данной статье. Алло. Бурнус. Алло. Да, у нас сегодня по данным делам назначено заседание по Мурату Садри Маметовичу, также связанное по событиям 4 сентября на бульваре Франко. Также на завтра в Киевском районном суде назначено заседание по Халилову Нури. И на послезавтра назначены три заседания по гражданам, пришедшим на территорию. На, в принципе, общедоступное место на бульвар, на улицу, который, в принципе, никакого согласования с органами власти и не требуется. Не требуется вплоть до того, что в открытом воздухе ходить на улице и не требуется одевать маски. Однако кому-то не понравилось данное переживание крымских татар. И вот кроме как вот такой гибридный, я бы сказал, да, отношения, вот, используя вот эти меры противоэпидемиологической безопасности, использовать против крымских татар, против граждан Крыма. Айдербей, да, сон оларак шуны сормага истейм, на малюм олганын кибы онлар же ватандашымызның 4 сентябрь куны иште тутып полис бөлүклеріні алып кетіп, боли мемори протоколлар тыздылер, 58 кеші мен ялнышмасам, енді олардан базыларына бойле бір нетежелер, махкеме нетежелері чықты. Етерінже ме корчалайджылар бар, етерінже ме адвокатлар, ене эпісі бойле корчалайджы ве адвокатларнен теминленді ме, етерлі ме шымды қырымда бұ канунсызлыкларга корчалайджы инсанлар? Аллая шукур, аллая шукур. Достаточно у нас общественных защитников, достаточно у нас активистов, которые вот на протяжении нескольких дней лично мне обращались с просьбой как-то подготовиться к таким судебным заседаниям, какие-либо источники для юридической подкованности изучить. И, аллаха шкур, таких людей у нас достаточно. И также эти дела по данной статье, по данному событию, они раскиданы. Вот. Одно заседание в день, два заседания, три заседания, пока мы вот видим вот такую ситуацию с их рассмотрением. Поэтому аллаха шкур, сил и кадров хватает. Я буду давана шымды сыз не вахыт шикает этой джексенс, этой джексенс. Дабы защитить. Повторите, пожалуйста. Шикает это меги планлаштрасмыз мы будь чыкарылган укюмны, түневін чыкарылган укюмны, ве бірде бір неті жеге ириши біле жегенізге умытлер бестейсіңіз мы? Да, естественно, мы будем их обжаловать, мы будем уже готовим жалобы в вышестоящие инстанции, Верховный суд Крыма, также и будем готовить жалобы в Европейский суд по правам человека с помощью наших защитников, с помощью наших адвокатов, естественно. И, конечно, если мы здесь не будем, не увидим той справедливости, надеемся, что в Европейском суде увидят те нарушения основных прав граждан Крыма, крымских татар. И, конечно, будет принято правильное решение.
Чоқсағын ұстайдыр бей, бізле бағланғынып, суалерімізге жауап берген, зүшін Аллах үшлеріңізде ярдым жолсын. Айдер Сулейманов, жұмат қорчылай жүсі, бізле жанлы бағда әді, мен қатырлатам сайғыла арқадашылар, 4 сентябрь күні ФСБ идарежілігі бөлігінде топлашған қырым татарларыны о күн ижғалжылер тұтып ерлеп. Полис бөлігілеріне алып кеттілер, ве о күн нетіжеде 58 инсан тұтылды, ве шымды бұ авталары. Кешкен авта, бұ авта, ве невбеттеке оғымызде олған авталар 58 ватандашымызға қалыршы тізілген мемори протоколлары бойынша махкеме давалары бақыла, бұ протоколларыға көре беріле білейдік жеза пара жөремесідір. 5000 рубледен мен янлышмасам. 15-20 бин рублеге қадар, енді бұрчоқ бізім семендешерімізге үкімлер бойле, үкімлер параджизалары чықарылды бүгін мәлім алған әкебөште Дербей Сулеймановның имайысынде бұлынған семендешімізге 10 бин, кечкен авта Ибраим Чигертмамилем ежіз азамызға да бойле параджизасы чықартылды, әнендігер тұтылған базы бір семендешерімізге көре, ве бұ кібі таваларының да оғымызде олажағыны көреміз, ве нетіжелерінің, үкімлерінің бойле шекілде олажағына ішкімсе, не адвокатлар, не джемат қорчалай жылары, не де тұтылған ве бұ қанунсыз жа қабатланған мадде бойынша семендешлеріміз иллюзияларыны беслеме еді ке, анен ойле олла еді. Пеке, бұлар неден себеп юз берді деген суалге, әлбеттеке жауап оларағы дабыр керете қырарлайым, 3-4 сентябрь күнлері қырым татарларының не семендешлеріміздің евінде тінтувлер өткерілді, нетіжеде 1-й мелемежіс рейсіміздің муавені Нариман Джелял, Азан Асан ве Азиз Ахтемовлар қардашлары, олар 2 доғмыш қардаш бірі-бірінен олалар, Эльдар Одаманов ве Шевкет Усейінов атандашларымыз тұтылды. Нариман Джелял, Асан ве Азиз Ахтемовларға қаршы сөзді диверсия маддесі бойынша дава ашылды, джинаи дава ашылды ве оларны 4 ноябрьге қадар аписханеге йолладылар. Бұ Санкидерсон Перевальный қасабасы янында ерлешкен газ борысында бойле бір патлама олғаны себебінден ве Санкидерсоне бұ бородан Перевальныйда ерлешкен Русияның арби бөліклеріне газ кете еді. Затен бұ даваның асылсызлығы ве тағзым етілген іспатларының эсасызлығы ақында бізім студиямызда тәфсиятты жа құрылтай делегесі Эдемаға Дудаков тариф еткен еді. Дегер да тұтылған екі ватандашымыз Шевкет ве Шевкет Усейінов ве Эльдар Одамановға қаршы да дава ашылған еді. Мемори дава оларны құқық қорчалайжы органларына итаатсізлікте қабатлап 14-15 кеже аписте бұлынув жазасы берілді ве олар да енді бір аптадан берлі сизода бұлыналар ве аман-аман бір қач күнден соңыра чықмалылар андан. Мәлім олғаны ке бойышғал етілген Қырымда юз берген бұ дешетле ве яңы репрессиялар далғасына енді бұтын дүнияның реакциясы олды. Европа девлетлері, Америка бірлешкен девлетлері, соңыра Түркия Джумхуриеті ве Украинаның яғығын достлары олған иттифақдашылары Нариман Джелялының ве дегер сейсима бұсырымызның тезден азат етілмесі чағыруларында бұлынды. Әлбеттеке бұ кебі дестек чоқ мұйым ве чоқ онемлідір, фақат не язық ке етерлі дегілдір. Бұның етерлі олмағанына бұ сейсима бұсырымыздың әледі аписте бұлынғанларындан көрмектеміз. Башта Украина президенті Владимир Зеленскийден башлап, бір чоқ Украина сейсетчілері, мемур адамлары ве Иляхре, ве Мили Межіс рейсі Масриф Атағы Чубаров, лидеріміз Мустафа Ғаджимилев, юз берген бұ адеселеріні муафақиетле бір шекілде өткерілген Қырым платформасының саммиті еле бағламақталар. Яне Русияның бұ саммитке ачуыны затен әр бір мұскорген едік атты саммит өткерілмезден. Әвел, ве саммит өткерілген күнлер оның арифесінде Кремльнің тілері деп айтайым Захарова, Лавров ве Иляхре бұ демек өткерілген саммитнің ве андай іштірак еткенлерінің нетижелері олажақ деп айтып кешкені дәлер ве не азық ке бұ нетижелеріні, яне бұ Қырым платформасының мафахетлі кечілуіні олар Қырым татарлардан, яне бұ ажыны чықаралар ве бұ месле етрафында бойле
Хурбан оларақ Нариман Джилялви дегер бұзым семежешлерімізні не азықке сечкенлеріні көрдік ке Нариман аға Джилял қырым платформасында ачық ве ашық әршекелді іштірак еткен еді. Атта қырым платформасы өткерілгенінде сонғыра бізім студиямызға келіп қырым платформасының неті жүлері анда бұлынғанының тез сұратлары еле бір-бір бұл студияда яры яйын алып бардық ве Нариман аға Джилялының да өзінің мектубінде язғанына көре о бойле бір яғни ола білежегі ықтималына азыр еді деп яза Нариман Джилял М1, М2 мектубінде ве дегеніне көре санке іште ижгалжилер оның евінде тынтуф өткерілгені вақыт она айтылар ке сізін күчіңіз бұ созыңыздыр ве бұ әр шейден да қорқынш деп айтты она іште бұ сөзде оқу қорчылайжу органлар темсежісі ве Нариман аға өзінің мектубінде бұны аңлатқаны вақыт деді ке бұ селям яғни сөзім менім янымда ве мен аписханеде бұлынсам біле давамны ве күрешімні савашымны девам етеджем халқымызны есе оларының ялаң яңлыш ақаретлеріне ве ифтираларына инанмауға маға чағырды Нариман Джилял ве бірабірлікте күрешіні алып бармаға чағыруында бұлынды. Мен Нариман аға Джилялының айтқанларына құлақ асмаға тәвсие ве текриф етем. Милли Меджлис Азасы ве Херсон вилаятында Милли Меджлис темсилчиси Абмеджит Сулейманов бизге шымды жанлы багда экен. Сонун сәлемлейх Абмеджит ага, салам алейкум, мейрбаныңыз. Алейкум салам. Абмеджит ага, шымды біз студиямызда демек Қырымда юз берген адиселерін музакере етеміз. Мына сіздің фикіріңіз же бүгінде бүгін Украина ана қытасындан яғни дүния тарапынан аңги бір әрекетлер алып барылмалы ки бұл инсан ақылары бозғынлықлары текрарланмасын ве тұтылған сейси мабыстарымыздың азат етілмесі ықтималы пейді олсын? Эпсинен бірінжіден бұл адвокатларын бұйып іші олышы керек. Оларын чалышмасына бақып, бірінжіден бұл Русия тарапынан бізім балары ижал етенлерін яланына чығармақ. Онда сөйлейлер бұлар шат олып, Херсонда олдылар дейіп, яланлары сөйлейлер. Ама егер кім адвокатлары бірінчінде бір кереден запрос yapса да, де сыныржылардан фиат алса, эпсі көреде, что бұл балар эксі да Херсонда олмадылар. Херсонда олмады деген сон, бұл значит, бияна кечіп, лафлары этмедилер. Ве бұтын солейіні яланлары оздері үчін, не үчін олды, бұл балары хинадықлары үчін, электрик қойдықлары үчін, көтекледіклері үчін, балар мәжбур олып, оздысыне бұл яланлары сөйледілер. Оның үшін бірінші іші алып барышлары керек адвокатлар. Екіншіден, Украина тарапынан ве мәжіліс тарапынан нота қойылышы керек. Ве бұл мектубу yollayışı gerek nota olarak Rusya'ya. Üçüncüden bizim tarafı tutan sınırdan dışarı memleketlerin bu Angliya olarak mı, Amerika Birleşik Devletleri olarak mı, başka şeyler olarak bir kere denmen olarak bin kere söyledim edim. Bu Rusya taraftaki адамларын, башлықларын алып баранларын, бұл акционовлар, путинлерін, беларын, ярдымжыларын, шейлеріне, биналарын, параларын арест япсалар, бұл банкаларда ве оларын шоқ шейлеріне бағыз. Бұл Песковын қызы онда оқу чалышы, апақайы сындырдан чары яшай. Шейлері сындырдан чышары бар. Бұл екілік сойларыны шейлеріні тұп-тұп алсалар да, мақатты өздерін алып барсалар, мен берлесем, тек бүйік файда олар еді. Егер адамның яшайышы дұрса, экономик тараптан да юқары дұрса, Алланың елінің юрселер, мен берлесем, бұл ешелері япмаға керек. Абмеджит аға, мына сіздің фікіріңіз же халық Қырымда бұл япылғанлар
себебінден насыл шекелде давранмалы яне халқа не айтар едіңіз? Бұна тарихны алажақ олсақ, 100 йылларны, 10 йылларны алажақ олсақ, башымызға бұ 100 йыллар девамында келмеген мусибет қалмады. Бүгінке имтианымыз есе бұ ижғал ве лидерлерімізні ижғалжылер өз ватанындан қувмақ үчін елінден келгеніні япалар, яптылар ве юламайлар лидерлерімізні Қырымда, анда бұлынған лидерлерімізні тұтып аписханелерге ташлайлар ве Нариман Джелялының тұтын құланмасы бұның жанлы испатыдыр. Міне бұл вазиетте сіздің фікіріңіз же милли әрекетіміз ве халық насыл шекелде давранмалы? Біріншіден біздің халқымызға Қырымда сөйлемі естейім, біріншіден бірлік болушы керек. Егер біз ояна бияна чөзмай бір-бірімізге қол тұтсақ, обалара ярдым етсек, оларын қоранталарына ярдым етсек ве әр ерде нереде олса да бір-бірімізге қол тұтып, пікірімізге келен ақылмен ұғырашып ішлер япса, ондан чөк шей керекмей. Амен анайым, Қырымда меселе тек қиын, Қырымдан тыш ол шейлері тікаран еңгілге сөйлемейе, ве Қырымда бұл шейлері япмая пек қиын. Ама оны бір шейе бақмай, бірлік болса, мен белесем, чөк шей япмай мүлдің біздің қалқымызда. Бірінші де бірлік болушы керек. Ве бұле сатқын кебік сойларына ел вермейші керек. Бұнен бері бірлікте мұна бір чоқыларымыз енді Қырымда өзберген бұл яны репрессиялар далғасыны өткерілген Қырым платформасының саммиті іле бағылай. Асылында сіз Қырым платформасының муафақиетлі кечкеніні тұшынесіңіз мұ? Еве егер ке Қырым платформасындан сонра бойле кергенлік өзберсе, ижғал етілген топырақта Қырым платформасы бұны насыл жевап бермелі? Бақыңыз, біріншіден сізға ұсөлейін тікаран өгдекі мәселе еді дабірекі ұсөлейім. Шынды яқында Русияда сайлаулар болады. Халқымызға шынды пек чөк чаресі бар. Бұл бұтын ұруслар япан мерасымы ғоз өзіне алып, официал айтмая, біз страх етмейдер бұл сайлауларда. Нечім десеңіз сіз халқымызға бұле бақайтыңыз, бұле олмайдақ ішілер япайтыңыз. Оның үшін біз доғыру саймайық сіздің үкіметі сайлаулары япмая да, ве сіздің адамлары сайламая да, кім сон біздің халқы қинайдақ дейіп. Яқырым платформасы үшін да сөйлемесе, мен бұл доғыру сөйлеген шейлері не япмая керек сындырдан тұшары. 46 мемлекеттен Қырым платформая адамлар келді. Оларын ішінен 14 дене президент бар еді, жұмпыр башқаны. Олар да құру платформада олан кебек Украинаға қол тұтайы, Украинаның сынырларына сүнеді өлі олажақ демейіп да конкретік іш алып барсалар, мен о вақыт разы олыр едім бұл платформа чалышмайы башлады. Демейе, сөйлемейе. О вақыт оларын ярдымы көрілер еді. Бірінші де күн бұғында 5-2 меморандыма қол қойды. Чөк сағылыңыз, Сапмич таға. Бізіле бағыланып, сөйлерімізге жауап бергеніз үшін Милли Меджлис азасы ве Херсон бөлгесінде Қырым татар Милли Меджлисіміздің темсілшісі Сапмич Сулейманов бізіле жанлы бағда еді. Сағылы достар, мен сізге яйынымды девам етем ве рус тіліне кешмеге істейм. Зира шымды яйынымызға бағыланып, сесет шынас Владимир Воля бізіле жанлы бағда ве Украин рус тілінде онен лафеті жекміз. Пана Володимира, вітаємо вас, селям алейкум. Доброго здоровья, алейкум ассалам. Пана Володимира, мы вот как раз сейчас с представителем Милли Меджлиса, Крымстарского народа, Мечетом Сулеймановым, обсуждали последние репрессии на территории оккупированного полуострова, и он солидарен с теми многими политическими деятелями, и в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, который связал репрессии в Крыму с успешно проведенным инаугурационным саммитом Крымской платформы. Вот на ваш взгляд, какой ответ Крымской платформы сейчас должен быть Кремлю, в особенности после очередной волны репрессий? На самом деле я тоже не исключаю, что такая взаимосвязь существует, и в общем-то эти все дела
взрыв газопровода и так далее, то они выглядят, знаете, неоднозначно, то есть явно присутствуют признаки того, что это все сфабриковано с политическими целями. Сфабриковано же не просто против какого-то там незнакомого человека, а все-таки относительно руководителей крымско-татарского меджлиса. Да там-то и взрыва никакого не было, они починили через полчаса вообще. Даже вот использовали, да, вот получается, что использовали какую-то небольшую ситуацию для того, чтобы учинить политическую расправу или, то есть, как бы действительно ответ на крымскую платформу. Я думаю, что, учитывая, что на следующей неделе будет заседание высокого уровня в Совете Безопасности, простите, Генассамблеи ООН, то я думаю, что вот у нас есть несколько дней Украины для того, чтобы все государства, которые подписали Крымскую платформу, с ними сконтактировать, Крымскую декларацию, сконтактировать и выйти с коллективным заявлением на полях Генассамблеи ООН. То есть, чтобы это было политическое заявление, четкое, однозначное и прозвучало именно тогда. Потому что вот этот как раз период Генассамблея, вот, выступление на высоком уровне, да, неделя высокого выступления на высоком уровне, она для этого очень подходит. И было бы неплохо, если бы все, кто там будут выступать, представители государств, подписавших Крымскую декларацию, тоже в своих выступлениях обозначили вот эти репрессии. Но ведь с другой стороны, пане Володимир, мы это неоднократно с вами в наших эфирах обсуждали, принятые резолюции на Генеральной Ассамблее ООН и не только, и на различных других международных платформах. А что нам от этого? Как это конкретно повлияет на ситуацию? Ну, выступят там различные представители с тем или иным заявлением. Ну вот подписали они на саммите Крымской платформы даже ту же декларацию, эту Крымскую хартию. Но как это влияет напрямую на агрессора? Как это влияет на оккупанта, чтобы тот не продолжал эти репрессивные действия на территории временно оккупированного полуострова сейчас, как минимум, а дальше вообще ушел с Крыма. То есть какие конкретные действия мы можем увидеть? Потому что в последнее время складывается такое ощущение, что Организация Объединенных Наций превратилась в площадку высказывания недовольства и обеспокоенности. Ну вот а какая конкретика? А еще превратилась Генассамблея давно уже в трибуну для выступлений, обращенных к внутриполитической аудитории. То есть многие лидеры выступают там, в первую очередь, это выступление рассчитано на свою, именно на аудиторию своей страны. Я, да, согласен с тем, что когда в течение нескольких лет мы не видим какого-то однозначного практического эффекта, то все вот эти заявления, они выглядят уже как ритуально, как бы, да? То есть своеобразный ритуал, за которым ничего не следует. К сожалению, надавить сейчас на Россию так, чтобы она ушла вот просто так с Крымского полуострова невозможно. Но вместе с тем, несмотря на то, что вот присутствует такой элемент ритуальности во всех этих решениях, нужно все-таки эту тему с использованием новых фактов, новых обстоятельств поддерживать и пытаться нащупать вот тот момент, возможно, даже для того, чтобы усиливать санкции, требовать усиления санкций. Понятно, что усиление санкций, это выступление на Генассамблее не будет, это достаточно продолжительная, кропотливая работа. Вот я, кстати, по поводу санкций тоже. Xiaomi вроде бы китайская компания, при том, что китайские бизнесмены там на Крымском полуострове вроде как бывали, да, но Xiaomi вроде бы блокировала свои устройства на Крымском полуострове. Кто-то говорит, что не блокировала. Но тем не менее, вот такие маленькие нюансы, они все-таки, знаете, вода камень точит. Ну и главное, что в ситуации с этими репрессиями, да, это уже не первый случай таких случаев, сколько уже, больше тысячи, или, извините, я вот не помню, сколько уже крымских татар за эти 7-8 лет были подвергнуты репрессиям, то есть арестованы и осуждены этими российскими властями. То есть понятно, что с одной стороны выглядит, что
очередные репрессии, да, если говорить в этой временной ретроспективе, да, но вместе с тем складывать руки тоже нельзя, с этим мириться. Поэтому вот такой слабый вариант, да, к сожалению, у него другого пока нету. Нужно, как я сказал, что вот то, что сейчас можно сделать, это чтобы вот по поводу этого ареста, как возможного ответа России на Крымскую платформу, каждый выступающий представитель государства, подписавшего Крымскую платформу, это обозначил. И тогда мы увидим уже какой-то, знаете, организованный хор и на генассамблее, хор голосов. Угу. Так, а инструмент какой-то разве не должна предложить в первую очередь Украина нашим партнерам? Украина может пока что предложить всего лишь навсего санкции. Но санкции, как мы видим, имеют ограниченные, как бы, то есть они, выбор санкций ограничен. Ну что, против тех людей, которые осуществляют репрессии, будут введены персональные санкции. Масштабные санкции в отношении России я не ожидаю, что они будут введены, что они могут быть введены. Последние масштабные санкции, это когда Трамп вот этот весь список Форбса взял, да, российских влиятельных бизнесменов, и по нему прошелся. И все. Дальше, чтобы отключать Россию от кого-то, от чего-то или что-то еще кардинально, я думаю, Запад не готов на это идти, и мы должны это понимать. Поэтому, знаете, безысходная ситуация, но не такая безысходная уже, как я сказал, вода камень точит. И, кстати, в Коране есть такие слова. Верующие, ищите себе поддержку в терпении и молитве, потому что с терпеливыми Бог. Поэтому терпение. И я думаю, что... К сожалению, вот да, но в исламе история, и у мусульман, да, но в исламе и у мусульман есть такая же поговорка по аналогии в русском украинском языке: надейся на Бога, но сам не плашай. То есть, конечно, можно надеяться, верить, да, терпеть, и нужно это делать, но при этом нужно принимать и предпринимать какие-то меры, так, да, как с неба тебе ничего не свалится просто. Но любые меры, они ограничены тем набором обстоятельств и возможностей, которые существуют. Прыгнуть выше обстоятельств можно попытаться, да, но, как правило, это не получается. Поэтому вот кропотливо точить этот камень нужно. Mm-hmm. Ну и что мы видели даже по позиции Соединенных Штатов, никто не гарантирует того, что Россия вернет Крым в ближайшие годы. То есть все настраиваются на длительную вот эту борьбу, политику непризнания, как это было с прибалтийскими тремя республиками. Поэтому, ну, к сожалению, вот так как есть. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Америка в полной мере выполнит обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом он сказал в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Давайте послушаем вместе его цитату. Абсолютно точно, ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі, до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько 2 тижнів тому. О чем идет речь? Это касается того же Будапештского меморандума, где Соединенные Штаты Америки гарантировали нам нашу территориальную целостность. Вот о чем говорит Блинкен? Какие именно обязательства Соединенные Штаты Украины по Америке, по Украине выполнят? Что это будет? Что мы увидим? Я думаю, что Будапештского меморандума эти слова совершенно не касаются, потому что фактически этот меморандум утратил свой смысл после того, как одна из сторон подписантов нарушила свои обязательства, и другие стороны, что-то в меморандуме было написано, начать консультации, да? Yeah. Поэтому этот меморандум, это рамочный документ, это декларация о намерениях, которая так и не стала серьезным документом с серьезными гарантиями. Все потому, что да, вот на тот момент сложились так обстоятельства, что подписали вот такой документ без четких твердых гарантий.
Опять-таки, по поводу этого документа, текст нашел переговорный процесс. Если говорите, что всякая политика – это искусство возможного, то искусство возможного при определенных обстоятельствах. То есть этот меморандум согласовывался несколькими державами, и вот текст вышел такой, как есть. Мог ли он быть другим? Скорее всего, нет. Поэтому я думаю, что речь идет, в словах Блинкина, речь идет о том, что Соединенные Штаты обязуются не признавать Крым, обязуются не признавать возможную аннексию ОРДЛО Российской Федерации, не собирают, а Соединенные Штаты намерены усиливать поддержку оборонного сектора в Украине и реформ. Вот те соглашения, которые были подписаны во время визита Зеленского, вот знаете, вот как машина, с одной стороны, в собранном виде, это машина, и многие ее представляют в собранном виде именно, да? А вот машина – это еще набор деталей, узлов, там, агрегатов и так далее. То есть для автослесаря она может, машина выглядит как набор этих запчастей. Так вот, если говорить о том, что было подписано во время визита Зеленского в США, это три соглашения об основах стратегического оборонного сотрудничества, о сотрудничестве в военно-технической сфере, конкретно соглашение Укроборонпрома с тремя ведущими американскими корпорациями, которые занимаются военной техникой, и сотрудничество в космической сфере, плюс повышение уровня взаимодействия в разведывательной деятельности и закрытая секретная линия связи. То есть эти все соглашения, фактически, они содержат тот набор возможностей и взаимодействия, которые предоставляют США государствам, которые они признают основным партнером вне США. В данной ситуации официально за нами такого статуса на уровне Конгресса и президента не признали, но набор таких возможностей дали. Поэтому я думаю, что в данном случае речь идет, почему Блинкин акцентировал внимание именно на документах, подписанных во время визита Зеленского, встречи Зеленского-Байдена, о том, что я думаю, что Соединенные Штаты готовы усиливать политическую поддержку и перед, в том числе, совместное производство вооружений, военных технологий, ограниченная передача. И это не только вот джавелины и те 60 миллионов, о которых шла речь. То есть фактически я думаю, что ну и поддержка, военное сдерживание России на территории Крымского Черного моря. Сдерживание необходимо, потому что неизвестно, что в голову придет кое-кому севернее, да, и какое окно возможностей он для себя решит увидеть. Как я сказал, политика – это искусство возможного, но это искусство возможного в определенных обстоятельствах. Кстати, как говорил Анка Фельдгаузен, и не только Анка Фельдгаузен, и Кай Юланд, бывший президент Эстонии, что окно возможностей открывается для определенных событий. Поэтому все ждут окна возможностей. И так а когда оно настанет? Не будет ли слишком поздно? Сложно сказать, но на всякий случай, я так понимаю, что Соединенные Штаты готовы усиливать уровень военно-технического и вообще сотрудничества. Посмотрим, кстати, что будет в Хартии, которую анонсировали на октябрь месяц, да, Хартия стратегического сотрудничества. Ну, когда вот наступит окно возможностей, к нему надо быть всегда готовым, понимаете? Да, вот, кстати, тут, про военную составляющую. Чтобы Путин не оказался первее со своими возможностями относительно других регионов юга Украины, нужно укреплять юг. Да, я понимаю. Вот как раз о военной составляющей высказался и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сказал, что Украине нужно научиться превращаться в гибкое военное государство по типу Израиля. Обещаниям о поддержке со стороны западных стран Киев уже не верит, сказал Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем вместе его цитату. Ця країна витягла ряд гірких уроків, які говорять, що обіцянки Заходу швидше за все не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам. Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія і український народ – ось що нам потрібно, щоб вижити.
Ну, для начала, пане Володимире, от як вам така риторика, коли ми вже чітко міністри іноземних справ артикулюють на тому, що Україна не вірить обіцянням наших західних партнерів, коли президент Зеленський во время розмови о Северном потоке 2 говорить о том, що, ну, з Соединенными Штатами Америки ми ще можемо рішити якісь вопроси, так як западним партнерам, некоторым нашим западним партнерам в этом вопросе доверия абсолютно никакого нет. Вот как вам такая риторика? Я думаю, что это некорректная риторика, противоречащая тому, что делал в недавнем прошлом и делает господин Климкин, будучи на посту министра иностранных дел Украины. Если не верим никому, зачем мы тогда с ними договариваемся о чем-то, получаем у них помощь, соглашения заключаем, в том числе вот эти оборонные, да? Поэтому, знаете, тут вопрос, если вы не верите, зачем имеете с ними дело? Я думаю, что верить западным союзникам надо, но действительно нужно полагаться на собственную прагматичную политику и полагаться на собственные деньги. Самое главное для обеспечения безопасности – это армия. Это стабильно работающие государственные институты и социально-политическая стабильность в стране. Но за всем этим стоит работающая эффективная экономика. Как показывает опыт тех государств небольших, у которых есть деньги, но нет населения для больших армий, то они могут покупать себе оружие, какое хотят, да, в том числе высокотехнологичное, и заручаться поддержкой других более сильных государств. Поэтому да, я согласен с тем, что Украина должна больше все-таки рассчитывать на собственные силы, но это не отрицает того, что все-таки обещания западных партнеров, они всегда чего-то стоят. Может быть, они не оправдывают наших ожиданий, но все должны понимать, что у каждого государства есть свои интересы, да, и свои возможности. И поэтому, да, нужно делать упор на собственные силы и поднимать экономику. Для того, чтобы обеспечить оборонный комплекс, нужно брать пример, кстати, с Эрдогана, а не с Турции, а не с Израиля. Израилю там такая огромная военная помощь со стороны шла. Столько денег давали и вооружений. А Эрдоган что делает? Эрдоган развивает собственный военно-промышленный комплекс. По всем линейкам сухопутного оружия, морского, воздушных вооружений. Да? Поэтому я думаю, что вот если говорить о том, с кого нужно брать пример, так это вот в данном случае Реджеп Тайип Эрдоган, как руководитель Турции. В нынешнем виде, да, там есть социальные, экономические проблемы, свои перекосы, да, но в целом вот с точки зрения безопасности, то есть и сразу развитие промышленного сектора, и технологий, и выход на международные рынки, и влияние во многих регионах мира. Все это упирается в деньги. Поэтому я думаю, что дипломатия, да, однозначно, качественная дипломатия, не такая, как у нас с Северным потоком. Все рассуждают об угрозах, но никто не предложил Германии проект соглашения. Это Украина должна была его написать. И где здесь качественная дипломатия? Каких мы обязательств от них хотим, если мы им самим не принесли этот проект соглашения, не положили на стол и сказали, давайте вот обсуждать и давайте ратифицировать. Вот это дипломатия. Но у меня такое впечатление, что такого подхода нету, его никто не реализовывал, зато все рассказывают о том, какие риски там с качеством газа и так далее и тому подобное. А почему это до сих пор не зафиксировано в документе, в отдельном им проекте соглашения обязательного к ратификации межправительственного соглашения? Да, оно может быть не гарантия на 100%, но хоть какая-то более-менее обязующая бумажка, ратифицированная. Плюс еще Бундестаг, чтобы проголосовал хотя бы чисто из политических, знаете, соображений, то есть политическую легитимность этому документу от имени немецкого государства. А и куда нам дальше идти с этими бумажками, с этими листочками, документами? С этими бумажками? Ну, во-первых, бумажка – это обязательства, четкие, если четкие обязательства, они зафиксированы. Это момент для того, чтобы потом обращаться и к союзникам той же Германии или Франции, да,
по Европейскому Союзу, к Еврокомиссии и к Соединенным Штатам. То есть, чтобы не вышло так, как с этим Минским Будапештским меморандумом, где начать консультации. А вот чтобы конкретные были эти, тогда разговор будет более предметным. А так что мы можем требовать согласно Будапештскому меморандуму? Начать консультации начали. А когда там написано, что если аннексия Ордло, значит санкции, да? Если снижение транзита, санкции, если эти технологические, о которых говорил Ветренко, эти все нюансы с качеством газа, которые ставят под угрозу газотранспортную систему Украины, значит санкции. То есть четко прописать набор конкретных ситуаций и реакций. Понимаете? А когда Германия не будет выполнять, или Франция, тогда дальше нужно опять-таки реализовывать, обращаться в арбитражи международные, обращаться к союзникам. То есть это инструмент для того, чтобы более предметно организовывать коалиции по оказанию давления на сторону, которая не выполнила свои обещания. Пане Володимире, вот сейчас прошла такая новость, которую я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. Российская делегация в трехсторонней контактной группе в Минске сорвала обсуждение имплементации формулы Штайнмайера. Представители России предложили обговорить так называемый план действий боевиков Ордло. Об этом на своей странице написал представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш. Цитирую. «Основные усилия Москвы и ее марионеток из Донецка и Луганска сегодня были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение и, соответственно, последующую имплементацию пресловутой формулы Штайнмайера». То есть, я так понимаю, что все-таки формулу Штайнмайера в минском формате обсуждают, а зачем мы ее обсуждаем? Вот я тоже, кстати, удивлен, а что там обсуждать, если она была согласована на декабрьском 2019 года саммите Нормандской четверки на самом высоком уровне, да? То есть там что-то они работали, дорабатывали, вроде бы ж был текст, который Украина вроде бы должна имплементировать. И потом после этого в течение нескольких месяцев тоже были бурные дискуссии, даже в этом году уже по поводу этой же формулы, и текст ее обсуждали, да? Поэтому что там еще обсуждать, я не знаю. Но то, что подконтрольные России руководители ОРДЛО срывают вместе с Россией эти все заседания, я думаю, они просто тянут время, потому что фактически с января начался новый этап российской стратегии в отношении ОРДЛО. Это ползучая аннексия. Угу. Не просто вот такая открытая, а под прикрытием вот этих всех разговоров о необходимости соблюдать Минские соглашения, под прикрытием обвинений, что Украина не соблюдает эти соглашения, на самом деле началась реализация системы мероприятий. Не просто как раздача паспортов, как это было в 19 или 20 году, а именно как система целенаправленных мероприятий, масштабных, направленных на интеграцию этих территорий в российское пространство. Поэтому я думаю, что вот эти все срывы, ну они там, что там эти, которые ОРДЛО говорят? Ну мы требуем процедурного юридического очищения ранее осужденных. Ну не знаю, насколько это важно, но мне кажется, что они срывают целенаправленно, потому что не собираются на самом деле эти люди, которые на переговорах в трехсторонней контактной группе, пускай и не сидят за столом, а где-то сбоку, они не собираются возвращаться в Украину. Пушилин говорит, наша Россия, мы часть России. Все говорят тот, кого эти люди представляют на самом деле, если они говорят, что они Россия, они часть России, не собираются голосовать на выборах в Российскую Госдуму. Это вот, кстати, да, вот, кстати, прошла новость, что Россия запустит поезда с Ордло для голосования на выборах в Госдуму. Почему для них так важно участие представителей Ордло на выборах? Там ситуация вообще, насколько я понял. То есть они там на время вот голосования, дни голосования в Российскую Госдуму, они на всех пунктах пропуска
не пропускают грузовой транспорт. То есть они разгрузили пункты пропуска на эти дни. Это заблаговременно сообщили, что все фуры и так далее можете в другие дни ехать. То есть туда будут везти автобусами, туда будут спецрейсами поездов везти на территорию Ростовской области для того, чтобы там эти люди проголосовали. Плюс электронное голосование, плюс электронные участки для голосования, как я понимаю. То есть получается, что руководство ОРДЛО, вот те люди, которые реально руководят ОРДЛО, да, под протекторатом России, они аж не знаю, выслуживаются, чтобы обеспечить как можно более масштабное голосование жителей ОРДЛО с российскими паспортами на выборах в Госдуме. Всеми возможными способами. И экскурсиями завлекают на территорию Ростовской области и так далее. Поэтому да, вот ситуация вопиющая, и это нужно обращать на внимание на Генассамблею ООН. Хотя, по большому счету, эта ситуация заслуживает при определенных обстоятельствах рассмотрения на совбезе ООН с требованием все-таки лишить Россию права голоса. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагу, на що знайшли время і підключились к нам в ефір. Володимир Воля, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А ми з вами не прощаємося, прерваємося буквально на 5 минут. Далі вернемся в ефір і продовжимо інформаційно-аналітичну програму «Бугун». Не переключайтесь. Я напомню, що ми працюємо в прямих ефірах. Ви можете дзвонити к нам абсолютно безплатно по Viber, можете присоединяться по Skype і не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем туда практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Адрес я попрошу сейчас вывести наших режиссеров на экраны. Вот сейчас вы видите адрес нашего Patreon. Если вы пройдете по этой ссылке, по этому линку, вы увидите несколько уровней поддержки телеканала АТР. Вы можете выбрать любой уровень наиболее подходящий для вас. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, будет помогать нам продолжать работу на информационном фронте. Сайгалар Хадашлар, Сызнен Саглах, Лаш Маймас, Бежда Хадан Сонраз, Буб, программа Мазна, Бугун, программа Мазна, Девам, это Джекмас, студия Мазга, Мусафер, Тешлев, Буйраджах, Осибептен, Экран Ларнас, Башиндан, Айрлман, Скоршкинч.